Как открыть капот на Hummer H1? Для начала нужно опустить кенгурятник. Достаем фиксирующие штифты. Открываем крепление капота с каждой стороны и дергаем ручку, как на обычных машинах. И вдвоем открываем этот тяжеленный капот. Ну а под капотом 6,5 литров, дизель, 197 лошадиных сил, огромный радиатор, колеса мне по пояс. Как вам?